Как дела? Не писала. Пока. Не писала? Ну как не писала? Давай посмотрим. Посмотри. О, бабушка, у тебя тут потоп. Потоп, да. Потоп, конечно. Ой, о, давай. Прости. Да ничего. Лежи. Так. Ой, вся мокрая. Вонищу не передать, да? Ну, есть такое немножко. Так. Так. Давай, вставай. Ой, тихонько. Опа-на. На ведерочко сядем, да? Пописаем. О, держись только, вот. Держись. Так сколько раз в день? Мастить у меня? Угу. Да просто сейчас долго меня не было. Так-то раз в два. Ну, бывает по три раза в день. То есть машинка не успевает стирать. Вот сколько сохнет, вот посмотри. Матрасы уже не один сменились, а эти тюфяки такие, которые скручивают, так вообще раз в месяц стабильно выбрасываю. И вот всю ночь она может. А что за дядя Коля? А, бред. Какой там у меня дядя Коля был там в детстве, не знаю. Она меня папой называет. Да, доченька? Да, сынок, я сейчас сынком назвала. Памперсы вот из-за графа отдала. Молодец, женщина. Много кто отвлекся, памперсов вообще ушло, машина целая, реально. Грузовик. Давай футболочку менять, так снимай. Вот так вот и живем. Вот так. Руку убираем. Это дочкины тельняшки. Оставила. Дочка приходит редко. Помоем ее. Мало помогает. Что? Ложимся, все, ложимся. Вытягивай в рукав. Ага. Ты с ногой что? Сейчас скажу. Вот этот сухой, как он называется? Да. Гангрена сухая пошла. Ой. И ничего сделать нельзя? Ну, доктор сказал, что если мы начнем вчера, позавчера я ее возил на руках, а скоро... Доктор сказал, что если мы будем операцию делать, она не выдержит, потрясает. Он говорит, не так все страшно. Это сухая гангрена. Фу, сейчас.
Это сухая гангрена, ее надо перебинтовать. Так, давай, бабушка, на подушечку ляжем. Давай. Или ты сесть хочешь? Не лягу. А покушать надо, попить? Ну, попить надо, да. Ой, ой. Опа! 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 Кверху. Даже сейчас шутит. Опа, кверху жопой. Так, бабушка. Ну что, покушаем? Ну-ка голову-то вниз, давай. Давай. А то подавишься. О! Макарошки с печёночкой. Угу. Сколько лет? 80. 84-й год. Угу. Нет, 36-й год. Угу. Ну, еще так более-менее чувствовала, совсем захерела. Последнее время, да? Ну, да, она же 6 лет уже с ней. Судья. Я же из-за нее не работаю, денег. Денег вообще так смешно. Пенсия идет. Я там что-то успею заработать. Из дома не выйти. За квартиру уже должен. Так стыдно уже. За 6 лет уже 150 тысяч, 160 купил. А что у нее пенсия? Была 15, сейчас побольше после 8 за 20. А судья что говорит? Она слепая абсолютно. Кем надо быть? Пришел врач, ну, доказывает, что она слепая. Кем надо будет, чтобы фонариком посветить лицо и понять, что она не придуривает. Целую комиссию проходить, такую вот, говорит, чуть ли в Питер ехать. Это она 5 лет назад так говорила. А сейчас сказала, что не будет у нее первой группы. Потому что-то ей не хватает. Наверное, надо еще ноги отрубить, такого сейчас. Первую группу получить, да? Да, бабушка, кушай, кушай. Горячая? Не-не-не, кушай, кушай, кушай. Ты чё? Ну, она еще просит уже. Ну, не знаю, сколько. Я по чуть-чуть ее как. Сахар у нее высокий. Сейчас сколько раз в день кормишь? Раз 7. Да? Она постоянно жрать хочет. Постоянно. Какая-то радость у нее в жизни осталась пожрать. Кормим вкусно, да? Все деньги на жрачку уходят. Тут за газ. Просто пенсию получаю, раз 5500 высчитали за газ. Я к судье приезжаю, вы что, елки, что вы высчитываете? Хоть бы спросили, елки. Он говорит, а квартира-то моя? Полностью, ну, приватизирована. Она тут прописана. Типа, с тех, кто прописан, тоже заодно. То есть на меня приходит 5500, на нее приходит 5500. И еще я бегу, плачу 5500, например. Да? Никто обратно, я не знаю, как верну. Вот я приехал к судье, он отменил свое решение, беру решение, копии, еду в пенсионный фонд, еду в этот, к судебным приставам. И все равно высчитали. Все равно высчитали. Ну ладно, бог с ним, там я какую-то там куртёжку себе не купил, ну мне же тоже надо что-то как-то жить, на улицу в чем-то выходить. Да, бабушка? Да. Думала, ну я её не обижаю. Вот эти все лекарства, все это говно, это так... Я не обижаюсь. Хорошо вот люди так помогают, кто-то бетадену налил, кто-то памперсы подкинул, кто-то чего-то, а памперсы я почти, наверное, в трубу вывалил, кто-то пеленки, кто-то чего. Судья, знаешь кто, Синявина, мировой судья, он шлепает эти штрафы, наверное, и все, все, ой, не штрафы, а эти, что у них там с горгазом, делятся они, что ли, с ним, там, я уже не боюсь это говорить, это, у меня уже подозрения такие. Ах, так, таблеточку от сахара, ой,
На-ка, попей, сухо слишком, да? Ого. Не торопись, только ты подавишься опять. О. Так всегда. Торопись. Ну кушай, кушай, не торопись. Я не тороплюсь. Давай. Вот так вот. Вот, вот молодец. Ты не чувствовалось, чувство, не было у нее чувства, ну, меры. Жрала там чуть ли не по две тарелки, еще жрать хочу, не давали просто. А сейчас не чувствует вообще, я не хочу есть и все. Так меняется у нее настроение. А когда поактивнее была, она обосрется и все говно раскидает. А еще выползет в прихожую, вся в говне, к примеру. Приходишь домой, вся в какашках. Такая вонища в доме. Мне даже кажется, у меня от одежды от нее пахнет тоже. Стираю, мою, мою, стираю. Душу тут все не помогает. Такой едкий запах. Старушечный такой. Каждый месяц выношу, каждый месяц заношу от людей. Иногда бывает на помойках еще, честно говорю. Просто боюсь клопов, все, боюсь деваться некуда. На, таблеточку. Давай. Давай, выпей от сахара. Сахар измерим попозже. Вот. Такой штучкой меряю. Такая штучка. Угу. Прокалываешь палец, там эти, угу, такие картриджи сюда суешь. Угу. Кровь. Я показываю, сколько сахара. Угу. Вот. Все, запила? Да. Все, лежи. Будем с тобой сейчас переселяться на другую сторону. Ночью орёт, всю ночь может орать. Ой, вот так. Терпи, моя маленькая. Вот так вот, да? Да. Ты винтовать будешь, да? Да, ну я быстро. У ней гангрена сухая. Доктор сказал, что сухая – это хорошо. Он может сам отвалиться, то есть палец. Главное – перевязывать каждый день. Вот. А это не кровь, это бетамин, такая, как йод. Бетадин. Тоже в аптеке 400 рублей, ёпти. А главное, судья этот, Синяинский-то, видит мою просьбу, чтобы отменили решение суда. И что говорит, 5000 не заплатить, что ли? Видите, какое расслоение в обществе. Для него 5000, тьфу. А для меня 5000 – это четверть бюджета моего. Ну, пятая часть, скажем так. Потерпи. Потерпи. Вот так вот, все. Все, терпи. Все, все, все. Сиди, бабушка. Повязочки мокрые. Вот. И мы их между пальцев. Ой, ой, терпи, маленькая. Я уж вроде не трогаю ее совсем. Держи ногу. Держишь? Обе. Нет, 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 одну. Так, и главное их не смазывать. И вот слышишь вот эти вот поначалу. Душа раздер... Нечем, главное, помочь. Ну как я помню, что я сделаю? Главное, не туго, чтобы туго не было.
меньше с ней за 6 лет, а тут... Ну, я привык уже, пофиг. Ну, как пофиг? Просто ее жалко так-то. То, что все требуют долги, денег взять. Бизнес так классно все развивалось, все было здорово. Пока в аварию не попали, да? Пока вот в нас один человек, который уснул за рулем, не въехал. Со встречки прям лобовое столкновение. Вот. Вот хорошо люди помогают. Вот. Женщина познакомилась, женился недавно. Тоже помогает здорово очень. Молодец. Ну все, все, все. Я все. Я тебя перебинтовал. Спасибо. Так, сейчас, бабушка, мы спасибо. Что с тобой делаем? Угу. Закрываем бетадин, чтоб не высох. Так. Вот так, да. Ой, бедненько. Ой, да, ой. А что у тебя сейчас-то болит, бабушка? Да, ноги. Ноги? Да. Зачем ты ее туда-сюда перекладываешь? А ногу как я перебинтую? Она... друг на друга. А, все понятно. А так я ее вижу оттуда, со входа. Да. Вот так вот. Удобно тебе? Удобно. Ну что, тебе еще попить? Ага. Будешь пить? Буду. Ну все. Попить тогда. Да, все, да. Следующий подход через 4 часа. Ой, да? Ой, ну, да. Примерно, да, но не все. Памперс заменю. Перебинтовывать только завтра будет. Посажу ее, да, иногда пописывать. Вот. А когда поживее была, сядет на корзину на эту и насытится. На корзину? Да, прямо там, где у меня белье лежит. Все белье перестирал. Mm-hmm. Такая вообще. А я что, я ничего. Mm-hmm. Такие шоу были. Башка не соображает ничего. Ладно. Так а что, она вот до войны родилась в 36-м году. Вот. Со Шлиссельбурга, когда это эвакуация была, попали под бабёшку. Мать ее, бабку мою, Лиза, оглушила. Всю жизнь глухая была. Абсолютно глухая. То есть в ухо орёшь громко-громко. Слышит. Сначала на Краснофлотке 4 жила, а потом в этом, в Бастилии 1 мая 22, там на первом этаже. В балкон стучишься, гремишь, порой не попасть никак, с матерью все время ходили. В Сибири было, в эвакуации, там немцев помнят. Куклу сделал с дерева, какие-то тряпочки одел ее, обнял к себе немец ее, куклу, и разревелся. Потом отдал детям. Немцы лучше жили, чем наши, питались лучше. Ну, по ее рассказам. Вот. Потом всю жизнь, тя, после войны, закончила вот эту белую школу. За один год она отучилась 4 или 5 классов. За год. И Алфимова такая была завуч школы. Она еще при мне была завуч. Уже при мне. То есть уже тогда старенькая была. То есть в начале войны еще ее обучала. Ой, в конце войны. Вот, все просила, останься, 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 останься. Как я, останься на работу. Все, пошла на работу. Пошла этим. Шею моторист. Фабрика 40 лет в ЛГСМ, возле пристани такая деревянная была. Вот. Потом уже в начале 70-х на волну. Всю жизнь на волне отработала, ветеран труда она. Вечно на доске почета висит. Человек 6-8 висел, всегда она тоже. Да, тут Вадим в группе тут написал, что стариков надо, как в гитлеровской Германии, в печку. Один мудак написал, вот... В группе «Город 47». А, ничего себе. Но я ему написал, там, слышишь, там, терпило. Я тебе из тебя девочку сделаю, если поймаю, блядь, руки, блядь. Ну, качу. Все, его этот самый админом написал и пожаловался админом ВКонтакте тоже. Мне все говорят, как ты можешь, как ты можешь? Да так могу, елки, а как я, мать брошу, блядь, кем надо быть?
Типа отвези куда-нибудь ее там в санатории, там тюрьму. У меня тетка просто лежала. Я видел прекрасно, в луге она лежала, в ПНИ. Не, с головой было не в порядке. Вот, и приходим мы туда. С женой там спрашивает, с бывшей. Но она лежит там на клеенке в собственной, в моче в собственной луже. После этого у меня просто доверия нет таким. Лучше сам. Да и душа будет болеть. Она будет там лежать и фиг знает, что там с ней, как за ней ухаживать, как чего. Я с ума с эту целью, правильно? Как-нибудь справлюсь. Все. Вот сейчас женился, так ну, здорово, жена помогает. Так здорово вообще от души. Прямо аж неудобно. А с другой стороны, ничего неудобно. Жена пусть помогает. Все, иди нафиг.